никогда не видел вживую мальков. Реально мальки плавают. Ну вот. Они такие черненькие тоже, как в Малинезии. Такие черненькие они. Кстати, а Малинезия их защищать будет, да, по идее? Нет, она их может... Ну, а этот они съест, но другие бы съели ее, их. Поэтому, видишь, я побольше растений посадил, чтобы они прятались. Вот мальки плавают, пипец. Всем привет. Сегодня моя самка Малинезия, которую я отсаживал в нерестовик, наконец-то родила мальков. Причем это произошло буквально на моих глазах. Я увидел, как она рожает первого малька. Но, к сожалению, сам процесс родов толком снять не получилось, потому что она очень пугалась. Я решил, что лучше оставить ее в покое и даже выключил свет. Я очень рад, что послушался людей, которые посоветовали в комментариях отсадить самку. Потому что если бы я этого не сделал, то она родила бы в общем аквариуме и, скорее всего, пелекохромисы всех мальков поели бы. Вот такая у меня радость. Это первый раз, когда у меня рожает Малинезия. Часть мальков получились серые. Не знаю, останется ли это так, или они потом поменяют свою окраску. Напишите в комментариях, пожалуйста. Спасибо за просмотр. Всем пока.